Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что значит лень с точки зрения Священного Писания? Лень – это вялость, отсутствие желания активной деятельности, отсутствие желания трудиться. И это одна из форм проявления страсти уныния. Священное Писание определяет лень как нравственный порок. Христос обличал ленивых, не радеющих о своем спасении, ибо пассивность и равнодушие вредны и губительны для христианина не менее, чем откровенные враги. Противостоять лени необходимо с помощью молитвы, поклонами, чтением житий подвижников и понуждением себя труду. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!